Очередной этап – электрификация общественного транспорта. В Одессе закупят 6 больших электробусов с кондиционерами, каждой вместимостью до 100 человек. Новые машины будут следовать от поездного путепровода по Балковской через Приморскую до железнодорожного вокзала. Длина маршрута составит 22 километра. Новые электробусы будут заряжаться в депо в ночное время. Их аккумуляторов хватит минимум на 300 километров пути без дополнительной подзарядки. Цена новшества – 60 миллионов гривен. Новый электротранспорт появится на линии до конца года. Перевагами от реализации зазначеного проекта є те, що пасажиромісткість одного електробуса, вона майже дозволяє замінити два маршрутних автобуса. Крім того, зменшення шкідливих викидів в атмосферу, що покращить екологічну ситуацію. Очікуваний пасажиропоток на даному маршруті складе 6,4 мільйона пасажирів на рік. Любопытно, как будет вести себя техника на Балковской в сезон дождей. Ведь уже больше 2 лет в Одесгорэлектротрансе числится один электробус, который курсирует по маршруту 10-го троллейбуса. Пустить экологичные автобусы по Балковской анонсируют уже не первый год.